Раз, два, три. Во, смотри, нарушают. Шутка, шутка. Смотри, он походу делает этот. Вон сюда едет, к тебе. Давай, заводи. Он, наверное, вон этот. Проверяет тракториста. Может, они родственники? Я себе говорю, давай помогу. Но не хотел. Ну, а теперь человек зизир толкай. Так. Ну что, двигаемся дальше. Бам. Ого, здесь 10%. Ничего себе, Ioniq Electra, вау. Кстати, я человек, который сам ездил на машинке плагин гибрид, кстати, если Kawasaki стоит в гараже. Потому что Kawasaki это более-менее развлечение, а в повседневной жизни дизельный агрегат уже надоел, дымит, воняет, ломается, ремонт дорогой. Вот мы переходим потихоньку на альтернативные, на альтернативу. Во. А это чуваки, которые нас это обогнали. Молодцы. Вот стояли ребята на Дукате, и им было по барабану. То есть мы-то не на Дукате, и они с нами поздоровались, все отлично. Вау, то есть поворотки, конечно, давно я здесь не был. Кроссовцы. Отлично. Вау, ты что ты? Да, да вообще прям шикарно тут. Так же самое, если вот были мы, были Harley Davidson или BMW, подходили, посмотрели, и все нормально. То есть никто там не выделывался, не... Все нормально, тихо, мирно, между байкерами все окей. Такого нет, что вот, типа тут бэхи, тут типа нефиг здесь, да, оттираться. Конечно, есть такие сходники, где там прям... Тема, там чисто одни и те же байки стоят, одной модели или одной марки там, да, и они как бы, ну, закрытая у них сам своя тема. А так, если вот, как вот мы сейчас кофейку попили, никто тебе ничего не скажет, все отлично. Среди машин есть такие еще там, да, там что-то начинает, там, ну, можно как бы рассудить там, допустим, ну, одни любят BMW, другие Mercedes там или еще что-нибудь, а среди байкеров как бы, ну да, есть тоже разногласия у людей. Дело в том, что когда ты собираешься на таком пятаке, где все стоят по одной и той же причине, они просто выехали покататься, наслаждаться погодкой, наслаждаться байком, и т.д. и т.п. И у них нет такого, то что вот там ты приехал на Kawasaki там или что, начинает что-то гнать. Есть пару прикольчиков, всяко бывает, но большинство все сходится к тому, что ну просто все балдеют, кайфуют, как бы разговаривают, нет. И все остается это тихо, мирно, дружно и четко. Ну, то есть как-то вот так. Там не бывает, ну, если, конечно, если там какие-нибудь рокеры, какие-нибудь группы, там я сказал бы, да. То есть, ну да, сейчас у нас тут корона, там они все прям стоят по расстоянию, и там я не стал ничего на видео снимать, потому что
под новым последним законом. Здесь как бы это, ну, если я сейчас буду кого-то в лицо снимать, там, записывать на видео, я должен у них там разрешение спросить, там, тыры-пыры, ну, как-то так. То есть не так просто. Раньше можно было записать что-нибудь. Здесь теперь надо их запикселивать, это все дело, чтобы тебя не видели. А то тебя еще по судам затягают. Ё-моё. Из-за этого приехал на пятак, камеру выключил. Зачем? Я вон еду, вон лучше дорогу снимаю. Тут всякие постройки такие, там, речки, там, горы. Есть, конечно, мечта попасть в Альпы. На Альпы, там дороги такие, пасы, прям на мотоцикле ездить, прям сказочка. Из-за этого такие вот дела. Так что, кто знает, что нас ждет впереди. Жить, наслаждаться, ну, может, попадем как-нибудь и в Альпы. Все может быть, они-то недалеко от нас, 700 километров. Может, доберемся до Альпов. А пока будем наши местности тут объезжать, обкатывать. Тоже, кстати, есть что посмотреть, прикольно. Есть соседний регион, в принципе, с нами, мы катаем туда частенько, там 150 километров, прям идеально для байкера, и это я знаю все, и полиция тоже, в принципе, потому что аварии частенько проходили, ну, происходили в последние годы, ничего новенького, и статистика растет, поднимается, то есть... Ну, зачем оно им надо? И происходят частые контроли. Пишите комментарии под первым моим фильмом, кому что интересно. Ну, буду еще дальше кататься по региону, в следующий раз буду, в следующий на другой дороге. Здесь я просто вот ради интереса приехал, такая вот, чтобы посмотрели, что ну, нет таких прям ям. Есть, конечно, неровности, где их нет, но вот здесь, если едешь, да, я могу вот так спокойно при скорости 70-80 делать слалом и не переживать, то есть реально гладенькая дорога, без щебенки какой-то там или что-то такого еще. На автостраде надо поливать 250, смысл не вижу. Они наваливают 250 бессмысленно, то есть, ну, я не понимаю этого уже. Это все было первой фазы, когда начинал ездить прям мотоциклом, может, но водитель не хочет, и слава богу, зачем он мне нужен. Я знаю, что он поедет, и уже хорошо. Вот тебе, пожалуйста, Мюнхгаузен, настоящий самый, вот он. Мюнхгаузенштадт, барон Мюнхгаузен, как вот в мультике в советском. Вот тебе он, мы приехали. В последний раз мы были в музыкантах бременских, а вот тебе и барон Мюнхгаузен здесь. Самый настоящий барон Мюнхгаузен, который истории придумал. Вот такой поселок небольшой, возле речки Везер. Есть музей вот барона Мюнхгаузена, он там, вон там. Так что для людей, которые здесь живут,
ничего особенного, абсолютно. То есть для них это просто, ну, деревня. Это вот кто в России жил, в Советском Союзе, ну, кто знаком прям Мюнхгаузен, там, барон Мюнхгаузен, там, мультфильм этот или еще что-то, все такие, вау, типа...